Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео хочу для вас провести онлайн-гадание на тему «Как что приготовила мне судьба». Наверняка ведь каждый задумывался, особенно если когда такие проблемы, что мне по судьбе, что мне приготовила судьба, какие радости, какие испытания. И мы сегодня с вами сейчас посмотрим. Я пока тасую карты, вы подумайте про себя, про свою судьбу. Задайте мысленно про себя вопрос, что мне приготовила судьба. И мы с вами посмотрим. Итак, я сейчас вытащу три карты. И мы с вами будем смотреть, что приготовила мне судьба. Карта номер один, карта номер два и карта номер три. Подумайте про себя и интуитивно выберите одну из трех карт. Я думаю, что вы уже определились. Теперь давайте смотреть. Итак, смотрим первую карту. Вам выпала пятерка мечей. В первую очередь я вам по этой карте хочу сказать так, что вам судьба, конечно, приготовила достаточно такие, с одной стороны, суровые испытания по жизни, с другой стороны, и, в принципе, дала вам определенные силы именно на то, чтобы проходить испытания, которые у вас были по жизни. Или которые еще предстоят, которые еще будут. Вы сильный характером, вы достаточно остроумны. У вас идет такое вот состояние, как за словом в карман не полезете. То есть в какой-то момент вы можете ответить, что некоторым может и очень это не нравится, какие-то моменты. То есть вы человек, который может постоять за себя. То есть вам наделена именно вот ваша судьба таким вот талантом. То есть вы можете постоять за себя, выйти из какой-то определенной ситуации, из какой-то определенной проблемы, если они возникают. Некоторым людям это не нравится, то есть они не понимают вас, они какие-то люди могут обходить вас стороной, но тем не менее есть обстоятельства, которых именно вот эта ваша сила, она вам дает выходить из определенных ситуаций. Так, сейчас мы будем дальше смотреть, что вам именно приготовила судьба. Так, вам выпал Королева Пентаклей, Дьявол и Семерка Кубков. Вы очень мечтательный. У вас идет такое состояние, как вы многого что хотите. У вас очень много желаний, много мыслей. То есть вы человек, который постоянно думает именно о том, что в жизни можно сделать или что-то уже сделали. Вам судьба благосклонно дает непосредственно финансовые именно решать вопросы, то есть именно вашу пользу. Вот смотря сейчас на это видео, постарайтесь проанализировать и вспомнить свои моменты, то есть именно по финансам. Либо где-то что-то у вас получалось, либо незначай откуда-то деньги приходили, либо какая-то была определенная стабильность, то есть у вас, если вы захотите, вы можете это спокойно достичь. То есть у вас есть определение. Вы можете именно вот у вас больше склонность к зарабатыванию денег. То есть это к стабильности, это к работе, либо открыть свой бизнес, либо у вас уже есть бизнес. В любом случае именно у вас идет склонность к зарабатыванию. То есть вам судьба дает именно этот шанс. Единственное, что вот у вас есть некоторые моменты, вот как я вам уже изначально сказала, из-за того, что у вас, с одной стороны, это хорошо, что у вас идет сильная сторона, сильная натура, с другой стороны, некоторым это не нравится, и, возможно, даже вы сами этим пользуетесь. То есть может быть, что вы подавляете либо людей, либо стараетесь как-то людей большей части стараетесь как-то, чтобы именно только вас слушали в каких-то моментах, что очень многим этим не нравится, многим людям, именно вашему окружению. И еще хочу сказать, что вам судьба дает как время для размышлений, то есть у вас бывают такие периоды, когда
достаточно проходит все спокойно, все ровно, и вы в этот момент у вас идет как именно распределение, то есть именно что делать дальше, то есть именно как вот проходить поэтапно, потому что у вас я вижу, что идут как перепады, то есть какой-то момент у вас комфортная идет ситуация, потом наступает момент, когда у вас идет как перерыв, именно вот по вашей жизни, по вашей линии жизни. И вы очень еще зависимы также от мнения чужих. То есть вы можете поддаться, как вы можете подавлять людей, также и у вас идет такое состояние, что вы можете поддаться под влияние других людей. То есть вы очень мнительный человек, вы очень воспринимаете все близко к сердцу. Какие-то моменты вы не воспринимаете, но в то же время вы зависимы от мнения других. Также можете быть зависимы от каких-то своих привычек, которые вам могут мешать по вашей судьбе, по вашей жизни. То здесь надо стараться как-то контролировать, потому что у вас бывают такие моменты, и вам надо стараться контролировать. И сейчас я вам раскрою, посмотрим такой вопрос. Если вы будете придерживаться именно вот своему внутреннему состоянию, что у вас из этого выйдет? Ну вот, как я вам и сказала, у вас выпала королева мечей. Здесь идет либо это вы сами непосредственно, то есть именно силой духа, силой характера, и за счет этого вы можете добиться очень многого. Либо вы уже добились, либо вы еще добьетесь. У вас будет определенный, то есть вам судьба дает стабильность. Это в первую очередь, что у вас идет. То есть такой достаточно хороший настрой, и вы можете многого дальше и достичь. Или также наоборот, еще если вы моложе, то здесь возможно, что у вас есть наставник, есть по жизни идет женщина рядом с вами, которая может вас направить, то есть она дается вам не просто так, для того, чтобы именно вас направить на определенный путь, чтобы она вам именно помогла, наставила, чтобы вы шли именно так, вот как вам положено, чтобы вы смогли достичь многого. Поэтому вот по первой карте вот могу сказать так, что в первую очередь вам судьба дает именно стабильность. Но стабильность тоже, она проигрывается по-разному. То есть кому-то больше важны финансы, может заработать финансы, а кого-то интересует и стабильность в отношениях. То есть здесь также, если вы будете вести, если вы будете следовать определенным своим принципам, вы также можете получить стабильность. Но стараться не поддаваться как провокациям со стороны, так и, может быть, каким-то своим внутренним как вот своему внутреннему голосу, то есть возможно, что может как-то и будет переменчивое настроение и не захотите что-либо делать. То есть следите за своим именно внутренним голосом. Это для тех, кто выбрал карту номер один. Теперь давайте посмотрим, кто выбрал карту номер два. Вам выпала Луна. Ну, что я могу сказать? Конечно, очень достаточно такая у вас вышла карта, но мы все-таки попробуем с вами посмотреть. У вас идет так, у вас вообще, вот как я вижу по этой карте, по судьбе идет, что есть какие-то определенные сомнения. Вы человек, который постоянно в чем-то сомневаетесь, либо присутствуют какие-то у вас страхи, присутствуют какие-то вот сомнения, не какие-то вот ждете, вы постоянно в чем-то ждете неприятности. Может быть, у вас какие-то были ошибки прошлого, и именно сейчас есть какое-то внутреннее такое состояние, как вот неуверенность в чем-то. То здесь больше по этой карте я могу сказать так, что вам судьба дает определенные такие шансы. То есть, если что с вами случается, все не просто так. То есть, вы в каких-то ситуациях, обстоятельствах должны чему-то учиться. То есть, должны извлекать, скажем так, как урок из своих, может быть, даже и ошибок. С одной стороны, может быть, вам это и неприятно в какой-то момент, но с другой стороны, вы, наоборот, только с помощью этого становитесь сильнее. То есть для того, чтобы именно вы могли впереди делать именно то, что для вас более комфортно. Также вас судьба наделила очень хорошей интуицией. То есть вы, может быть, не всегда прислушиваетесь к своей интуиции, но карта вам показывает, что у вас очень, если вы
вы будете развивать этот навык, то вы можете также с помощью своей интуиции добиться достаточно многих каких-то вещей именно в своей жизни. Сейчас мы вытащим с вами дополнительно, и мы с вами посмотрим, что же вам все-таки приготовила судьба, что же она вам все-таки дала. И вот, как я вам сразу и сказала, у вас идет пятерка жезлов, восьмерка мечей и восьмерка у нас идет сила, старший аркан. У вас очень внутренний, достаточно сильный такой дух. У вас действительно развита очень хорошо интуиция. Возможно, вы и прибегаете к своей интуиции, которая вас направляет по жизни. Сомнения все надо убирать, потому что они присутствуют, они вас сковывают, сковывают ваше движение. То есть вы не можете сделать определенный какой-то шаг в своей жизни, потому что постоянно идет нерешительность. И нерешительность надо убирать. Также вам судьба вот именно дает постоянно какие-то спорные моменты, я смотрю. Возможно, у вас... По судьбе очень часто встречаются, я так думаю, люди, которые, с которыми вам приходится отстаивать точку зрения. То есть очень многим людям не нравится именно ваша точка зрения, и вы постоянно находитесь в каких-то спорах. То есть постоянно приходится именно отстаивать. Но когда у вас идет, предположим, выигрыш, то есть когда вы действительно отстояли свою точку зрения, вас это только наделяет силой, вы становитесь более быть уверенными. В любом случае, здесь могу я вам сказать так. Если вы будете следовать именно своему внутреннему состоянию, своему внутреннему духу, придерживаться своей интуиции, вы можете достичь многого. Ваша нерешительность, она вас сдерживает, она вас сковывает, она не дает вам именно сделать те шаги, которые вы, может быть, уже и планировали, которые вы и хотели. Вы очень много, у вас есть планов, то есть вы о многом думаете, о многом мечтаете. Но вот эти ваши страхи, они, конечно, вас отталкивают назад. То есть вы не можете никак продвинуться вперед. Если вы будете следовать именно своей интуиции, своему состоянию, то вы достигнете многого. Так, сейчас я вам посмотрю, если все-таки вы будете доверять своей интуиции, что у вас будет. Ну вот у вас выпал император, то есть здесь все в ваших руках. Здесь вам карта сразу показала, вы можете как и удачно выйти замуж, вы можете достичь очень многих вещей, то есть все в ваших руках. Вы вот именно можете подняться до такого, до таких высот, до такого состояния, что не каждому это по силам. То есть не каждому это дано, поэтому больше доверяйте себе, меньше всех слушайте и ничего не бойтесь, и вы достигнете очень многого. Это для тех, кто выбрал у нас вторую карту. И теперь посмотрим, кто выбрал у нас карту номер 3. Вам выпала королева жезлов. Ну, здесь я могу сказать так. Либо это вы сами, либо у вас постоянно есть какой-то спутник по жизни, который вас направляет. Если вы это сами, то могу сказать так, что вы достаточно очень такой деятельный человек, очень творческий, вы можете достаточно многое сделать какие-то вещи в своей жизни, у вас хорошо развита интуиция, вы понимаете, что вам дает судьба, что вам нужно, то есть вы в какой-то момент можете остановиться, в какой-то момент вы понимаете, что надо двигаться дальше, несмотря ни на что. То есть у вас идет именно развитие, вы не стоите на месте, у вас именно по судьбе всегда будет идти вот эта энергия, которая вас будет направлять. То есть даже если вы устали, даже если ничего не хочется, все равно у вас идет вот эта внутренняя энергия, и именно идет вот из-за этой энергии у вас идет определенный рост по жизни. То есть вы видите, вы чувствуете внутренним состоянием, вы понимаете прекрасно, что вам надо делать, как вам надо поступать. То есть у вас очень хорошо развито именно ваше внутреннее состояние. Так, сейчас мы вытащим, посмотрим все-таки, что же вам приготовила судьба. Правосудие, влюбленные, ну у вас вообще просто замечательно. И рыцарь жезлов. Как я вам и сказала сразу, вы человек движения, вы никогда не стоите на месте. Даже если есть какие-то проблемы, вы всегда идете вперед, несмотря ни на что. Вам по судьбе дано, что вы можете как
достичь по работе достаточно хороших высот. То есть вы можете выбрать как себе очень хорошую профессию, возможно, вы уже работаете на какой-то такой очень высокой должности. Также вам по судьбе дано построить хорошие гармоничные отношения. То есть это может быть полноценная семья, это может быть любовь в отношениях, гармония. То есть именно быть любимой и любить. Вам по судьбе всегда даются, скажем так, какие-то важные уроки по жизни. То есть вы эти уроки изучаете, вы стараетесь принимать его внимание, вы исследуете, если что у вас происходит, на этом учитесь и идете дальше, стремитесь. То есть вы никогда не сидите на месте. Также вам судьба дает, что вы, возможно, либо уже меняли, либо будете менять место жительства. То есть вы не будете всю жизнь жить на одном месте. То есть у вас идет как переезд, возможно, и был уже не один переезд, или будет еще, поскольку все-таки вы человек движения. Вы человек очень рассудительный, и вас окружают такие люди, которые к вам прислушиваются, именно прислушиваются к вашему мнению. То есть вы человек именно такой справедливый, и очень многие обращаются к вам за советом. То есть это тоже ваша идет такая вот линия, ваша идет волна. Ну, в принципе, я могу сказать так, что вам судьба очень достаточно даже благосклонна. То есть не видно каких-то препятствий у вас особо. Если есть трудности, вы их проходите и стараетесь пройти, в принципе, не так сложно, а с легкостью. То есть решить как можно быстрее проблему. Вы ее никогда не откладываете назад, а всегда стремитесь сделать именно вперед. Поэтому здесь... Я вам могу сказать так, по вашему раскладу. Доверяйте больше себе, потому что у вас хорошо развита ваша интуиция, ваше внутреннее состояние. Держитесь именно за отношения. У вас отношения именно очень важные. То есть даже если вы еще не встретили свою любовь, вы ее обязательно встретите. Именно вот по судьбе у вас будет очень крепкая семья, крепкие хорошие отношения. Также вы можете и по работе многого достичь, каких-то определенных высот. И если у вас есть мечта какая-то, также вы можете спокойно переехать в другой город, потому что у вас по судьбе это открыто. Вы спокойно можете, то есть даже если какой-то дальний город, если это только мечты, эти мечты вы можете осуществить. Поэтому здесь у вас достаточно очень хорошо складывается, то есть очень идут и гармоничные, и если какие есть испытания, вы на них учитесь и стараетесь в дальнейшем не делать ошибок. Это вот у нас для тех, кто выбрал третью карту. Ну вот на сегодня у нас и все, пожалуй. Сегодня у нас вот получился такой с вами таро-прогноз. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели узнать, посмотреть. Ждите новых видео. Я обязательно вам еще буду делать расклады. Все, всем спасибо за внимание. Всем до встречи. Всем пока.